У Натальи Рудык двое прекрасных малышей. Подарить им незабываемые эмоции в преддверии Нового года – главная задача мамы. В этом ей помогает Белпочта. Незадолго до боя курантов в дверь раздается звонок. Почтальон приносит заветную коробку от самого Деда Мороза. Дети удивляются, они очень радуются подаркам. Они рады тому, что приходит действительно, они видят, что приходит почтальон. И когда он приходит домой и приносит вот это чудо, действительно вера детей растет в то, что Дед Мороз существует, и это им очень интересно. Получить подарок от новогоднего волшебника может и ваш ребенок. Внутри витражная наклейка и деревянный пазл. Его можно раскрасить цветными карандашами. Такой презент обойдется в 24 рубля 60 копеек. Не торопитесь выкидывать упаковку. На задней части тоже есть сюрприз. Детали можно вырезать и склеить. Получится бумажный символ 2022-го. Второй вариант – письмо от Деда Мороза. Внутри красочная открытка с анимацией и 3D-пазлом. Цена 8 рублей 40 копеек. Оформить заказ можно на сайте, в отделении почтовой связи, через терминал или у почтальона. Заказы мы принимаем до 22 декабря, поэтому спешите поздравить своих маленьких адресатов. Поздравления от Деда Мороза доставляют почтальоны на дом маленьким адресатам в руки. С 28 декабря по 31 декабря включительно. Предприятие проводит и благотворительную акцию. До 24 декабря горожане могут принести любые подарки в отделение почты на Минскую 21 и 73. Их передадут в 54 детских дома семейного типа Могилевской области. Ведь каждый малыш имеет право на новогоднее чудо. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.